Так. Деревце. Так, кстати, да, дерево внутри дома. Что не так? Это сосна, возможно, я могу ошибаться. Открываем. Всем здрасте, кто здесь есть. Всем духом, всем остальным. Я здесь так, мимоходом иду. Второй. Что это за место? Думаю, лучше не шуметь. Ты так думаешь? Хорошо, не будем. На самом деле, я даже не очень боюсь. Ну, здесь странно, но здесь, вот здесь мне не страшно. Пока что. Пока меня никто не напугал, мне здесь не страшно. Опять деревья растут. Вот единственное, что меня смущает, это деревья внутри дома. Никто не поет, звуки не издает, пока что все в порядке. И света тут достаточно. Не ссы, Тедди. Вот смотри, как здесь светло. Но, наверное, мы сейчас опять все погасят, все дела. Картинка. Сначала сходим, посмотрим. Оп. Я что-то нашел. Я вот картинку хотел потрогать. Пазл. Какой-то пазл. Один кусочек я уже нашел. Тогда я буду осмотрительнее. Мы что-то ищем. Так. Какой-то носовой платок или что это? Чтобы это ни было, я это трогать не могу. Ну и ладно. Эти летающие штуки похожи на воспоминания. Может, следующее будет за этими корнями? А вот и тот самый пазл. У меня есть один кусочек. Ага, вот оно что. Находим пазл, открываем себе часть комнаты. И ищем дальше пазл. Забавно. А комната-то небольшая, да, наверное? Или за картиной дверь? Ой, смотри, что-то летает. А, да, так и думал. Не все же так просто, да? Теперь за пазл придется драться еще сильнее, чем до этого. Ну, искать я имею в виду. Так, вот уже пошло то. Вот теперь Мишка, можно и бояться. Ты слишком рано начал бояться. Давай пробежимся здесь. Там что-то какие-то брынькни. Что-то звуки издает. Тут есть что-нибудь? Как мне проверить? Оно сильно выдвигает? Не знаю, неважно. Так, аккуратно. Главное не утонуть. Коробка тонет. Так, тут ничего. Сидим здесь. Что-то в воду упало. Книга. Алтарь. Возможно. Что-то отчетливо. Как будто, может, лягушка? Это лягушка. Да, это лягушка. Не пугайте меня. Пускай это будет какое-то животное, типа. Да, вон, смотрите, видите? Там какая-то вода бурлит. Проверим. Заходить я туда, естественно, не буду. Зашел, кстати. Ну ладно, раз зашел. Да. Я повелся. Как самый... Вот сыграл роль мальчика прям как надо. Первая смерть. Получается, что так. Ладно, побежали. А, ой, опять чуть не упал. Вода равно смерть. Я мог догадаться, но там что-то бурлило. Я хотел проверил. Так, поползли. Поползли. Так. Аккуратненько. Прошли. Тедди. Мишка, Тедди. Туда я не пойду. Меня уже не обведешь вокруг пальца на этот раз. Так, я вижу там грибы, а здесь я вижу что-то тоже есть. Тут какие-то два крючка. И они отодвигаются. А, это... Понял. Сначала вот сюда. Здесь ничего нет. Но мы должны подняться по дереву, я понял. Ну... Тогда сразу пойдем поднимемся, посмотрим. Так. Что это такое? Ну, это я... Оп. А что это такое? Это хвосты чьи-то? А, это корни, наверное. Ч
чуть-чуть, я не догадался. Ты залезешь сюда? Тут есть окошечко. Оно открывается. Так, ну я понимаю, сюда мы больше не вернемся, если я сейчас вылезу отсюда, поэтому я сюда пойду в случае крайнем. То есть, ну потом уже обратно, когда пойду. Так, сначала проверим, что за грибочки. Ничего меня не хочет напугать. Очень милые грибочки. Помимо грибков здесь ничего нету. Ну ладно, уходим тогда отсюда. Мишка, ты мне пока не нужен. Я не особо боюсь здесь. Здесь нечего бояться. Здесь все довольно тихо и спокойно пока что. Оп. Так, выше не подняться. Ну все, пойдем сюда отсюда. Мишка, подсвети. Оп, упали. Не туда, куда стоило бы упасть. Опять что-то в воде бурлит. Вот-вот-вот-вот она. Как будто сейчас что-то оттуда выпрыгнет и меня напугает. Не буду туда смотреть даже. Не напугаешь меня. Я, если я не вижу, значит этого нет. Так. Давайте поднимемся. Видимо, игра очень хочет, чтобы мы туда поднялись. Столько всяких подъемчиков. О, какая-то подсказка, возможно. Что это? Это рисунок дядьки, может, опечаленного. Чем-то. Опять же, проходы странные в два места, непонятные. Вот этот зачем? Зачем? Так, если я сюда спрыгну, я смогу подняться? Смогу. Меня сохранило. Я все же смотрюсь. Вот эти разветвления мне не очень нравятся, то, что нужно будет проверять сначала одно, потом другое. Так, отсюда я не пройду, да? Меня поэтому сюда вели. Да, именно так и есть. Я просто хотел проверить. Ну, мало ли, я что-то пропущу. В этой игре очень важно что-то не пропускать. Да и вообще что-то пропускать не очень приятно. Так, здравствуйте. Здесь теплые дома такие. Тона. Что-то нехорошее. Миша. Миша, я вызываю тебя. Опять рисунок какого-то чего-то. Так, главное не в воду. Там вроде некуда. Тут чья-то бутылка. Это похоже на чей-то офис. Тихо-тихо-тихо. Нет-нет-нет. Главное не в воду. Так, Мишу надо убрать и быстренько отсюда уйти. Не нравятся мне такие опасные места. Свечка. Игрушка. Или это не игрушка? Ты что такое? А, ты улитка. Здесь темно. Здесь опять же уродливые игрушки. А здесь что? Так, можно мне вот это открыть? Я просто посвечу. Нет, здесь ничего нет. Старые машинки. Рисуночек, кстати. Оп. А что тут? Внизу ничего нету? Ничего нету. Открываем. Вентиляции. Обожаю вентиляции. О, пазл. Тот самый, который я хотел. Только не напугайте. Оп. Все в порядке? Все в порядке. Так, а здесь я не был, да? Ну, картиночка, рисуночек. Возьмем. Оп. Довольно спокойно, да, ребята? Я все жду, когда меня напугают. А меня, походу, и не хотят пугать. Игра внезапно хорошая превратилась. Стала такой спокойненькая. Размеренный. Больше на поиск чего-то. Ежели на страх на какой-то, да. Никаких скримеров. О, прыжочек. Так, ну вот мы и вернулись. Ничего хорошего, да? На обратном пути нас решили напугать. Окей, лодка, я просто забью на тебя, даже не хочу туда идти. Так, тут все в порядке. Не все в порядке.
Тедди, будь со мной рядом сейчас. Сейчас ты мне нужен как никогда. Вылезай, пожалуйста, вылез. Молодец. Лодка, блядь, ну что-то хотел от меня явно нехорошее. Так, Тедди, пробежимся, как думаешь? Прячься обратно. Пробежимся. Так, аккуратно вот здесь. Жопу, это дерьмо. Жопу, это дерьмо. Иди в жопу. Иди в жопу, иди в жопу. Я хочу обратно. Я хочу обратно. Мама, мама, мама. Не хочу даже смотреть, что там было. Наверняка напугать хотели. Топил как бешеный. Ой, упал. Устал. Фу. Это место. Давай не будем тут задерживаться. Я полностью с тобой согласен. Давай не будем. О, девушка выпила воды. И стало страшной какой-то с чем-то. Что-то у нее с головой случилось. Так. Кто-то по дому уходит, начнем с этого. Кто-то желает нам зла. Кто-то плачет, как будто бы. Или нет. Или задыхается. Чего-то. Не очень не нравится мне это. Этот уровень будет хардкорный, да? Тот был типа такой нормальненький, обычный. А этот прям даст, блядь, нам просраться. Понятно? Ничего хорошего. Тут что? Что за кресло? К чему оно здесь? Вижу свой рисунок. Хватит забирать мои рисунки, игра. Пора бы уже это понять. Здесь вообще нет света нигде. Тут уровень хоть как-то был подсвечен, а этот прям жесть. Тут... Единственное, кто тут светит, это луна. Лунный свет. Кто? Это ты? Миша, скажи, что это ты. Мне не нравится это все. Я хочу это все проверить. Но страшно же. О, алкоголь. Тут что? Тут ничего. Так. Миша, давай аккуратно. Раз, два, три! Посмотри. Что тут? Опять рисунчик. Что-то похожее на дерево, возможно. И тут что-то... Я не знаю, что это... Этот рисунок, он хуже даже того, что я рисую. Поэтому я очень тяжело определить, что там действительно есть. Надо, здесь вроде ничего. Комната проверена. Порядок навели. Уходим отсюда. Делают нам здесь нахер нечего. And what? Дальше будешь стоять здесь? Наверное, это просто сапоги, да? What are you fucking doing? Да, это сапоги. Бляха, муха. Игра. Ты знаешь, когда надо напугать. Отдаю тебе должное в этом плане. Ты молодец. Алкоголь. Алкоголь. Ну, или что-то такое. Так. Что-то какие-то странные рисунки пошли. Все такое черное. Страшненькое. Буги-вуги. Так, там вроде ничего нет. Не знаю, зачем я двигаю эту штуку, но, наверное, нам пригодится. Мы не достанем, да, опять? Так, открыли. Миша, Тедди, мы выходим с тобой вместе, давай. Сразу в спину. За спиной ничего приятного. Кто-то кричит. Вроде я не боюсь пока что. Посмотрим, что за окном. А за окном эскалатор! У-ху-ху! Тедди, ты со мной? Я понял. До свидания. До скорых встреч. Я под кровать. А туда я смотреть не хочу. Я понял. Скример идет за нами. Ну ладно. А что делать? Я сейчас повернусь, у меня опять херово станет. Ну, ждем тогда. Тедди тут не достать. Так, смотрим.
Скример ушел. Наверное. Я, блядь, почему-то знал, что в окне ничего хорошего я не увижу, но... Сука, надо же было посмотреть. Здрасте. Я в окно больше не смотрю. Так, чисто. Ты, блядь, все еще там? А паровозик чух-чух-чух, огни мерцали, когда поезд уходил. Мне не нравится. Это я так хожу. Блядь, пожалуйста, не смотри в окно, не смотри в окно. Тихо, там ничего нет. Она ушла. Я весь вспотел, ребят, честное слово. От страха я весь потный. У меня руки вспотели, тело вспотело еще. Еще так жарко на улице. Так, ты где? Ты че ушел? Тедди, блядь, ты или со мной, или без меня. Мы с тобой вместе, либо мы погибнем, понимаешь? Другого пути нету. Блядь, ну сейчас что-то будет. Ну я прям чувствую, что у меня сейчас нет... А, там, кстати, спуск вниз. Давайте проверим. Люблю шкафы открывать. У-у-у, это так весело. Чисто, чисто. Почему этот не открылся? Открой, ну открой, ну. Чисто. Чистота, 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 чистота. Оп. Рисуночек. К вашему вниманию. Там, я, кстати, не посмотрел на рисунок, но там что-то не очень красивое было. Так. Девушка-монстр, допустим, дает монстра, а человек дает человека. То есть, может, детеныша монстра поменяли? Или, я не знаю, или скрестили их между собой. Я не знаю. Ну, дали, наверное. Грибочек. Раз, два. Так, давай без скримеров. Вот не сейчас. Давай один скрим... Одно место, один скример. Все, больше... Сегодня больше без скримеров. Как вам такой? Мне очень нравится. Нам, судя по всему, насрать, да? У, лес целый огромный. Это дуб, наверное, такой огромный. Такой толстый. Массивный. Ничего хорошего, с левой стороны я слышу, что там скример будет. Я уже слышу эту, блядь, женщину, которая там где-то дышит. Ее дыхание отсюда слышно. Давай мы с тобой, знаешь, что сделаем? Ты от меня нахуй отъебешься, а я здесь был, походу. Паровозик чух-чух-чух, огни мерцали, когда поезд уходил. Так, нам туда, кстати, и нужно. Давай. И кто к нам приедет? Я надеюсь, не какой-нибудь страшный... Я, кстати, очень тяжело справляюсь с этой штукой. Я, может, что-то не так делаю? А можно как-то... Я понял. Все, до меня дошло, ребята. Очень интересно. Что-то ездит к нам. О, пазл к нам едет. Ей! Только тяжело едет. И сейчас, наверное, что-то случится опять. Хочу. Давайте без скримеров. Давай, давай, миленький мой. Все. Пазл найден. На дощечку на край вставать не хочу. Придется. Оп. Готово. Куда дальше? Вот вопрос. Пробежимся. Там что-то есть. Вот здесь какой-то переключатель. Сейчас, наверное, как-то коротенько вернемся. Я чувствую, сейчас еще раз нас напугает, но не можем... А, закрыт, кстати. Здесь нужен какой-то квадратик. Какой-то треугольничек. Что за звуки? Успокойтесь. Так, а, все, я понял. Сейчас мы заберемся туда, потом сюда. Да залезай туда, что ты делаешь? А нам туда, походу, и не нужно. Туда не залезть. Ну, залезу я сюда, и это бесполезно, то есть мне это ничего не даст. Опять окно, блядь, не хочу в окна смотреть, если честно. Очень не хочу в окна смотреть больше. После этого случая мне эти окна в страшных снах снится будут. А я вижу... Треугольнички, но это не те, по-моему. Это грибы, да. Сейчас меня какая-нибудь тварь напугает.
Здесь ничего нету. Здесь ничего нету. А вот здесь вот за этой штукой есть что-нибудь? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я только посмотрю. Ничего. Я очень напряжен, поэтому я не так, чтобы очень много комментировал. Вы понимаете уж, я думаю. А там, кстати, наверное, и треугольник был. Я просто не посмотрел. Там что-то же лежало еще, да? Давайте посмотрим. Да, там треугольник. Я протупил. Мне просто нужно было только это. Все. Вот теперь у меня есть все. У меня есть ключ. В такие моменты тупить нормально. Я вот сейчас напряжен просто. Тяжело думать, когда тебя пугает еще. Ну и что? А. Так я же нашел. А, надо выбрать, я понял. Отлично. Пойдешь со мной, замочек? Тедди. Без тебя никуда. Сейчас какая-нибудь хуйня будет, мы побежим, да? Спокойно идем. Никто нас нахуй не трогает. Блять. Эта хрень там. Я не знаю, мы сейчас ее будем как-то выйдеть, как-то проходить, потому что. Куда она ушла? Ну что, если она меня заметит, сейчас начнется опять этот. Она ушла, да? Тедди, ты со мной? Ты со мной. Молодец. Она где-то вот там вот. Мне туда бы, по идее, не смотреть лучше. Нам вот сюда лучше. Тут как-то поприятнее будет. Ага, ну-ка. Нет, вроде, мне показалось, чем ближе к ней, типа, тем сильнее начинаются вот эти вот... Я чувствую, сейчас мы сюда обратно побежим. Вот, ребят, я вам сейчас, я вам гарантирую этого. Сейчас мы туда побежим обратно. Здрасте. Знаете, самое страшное, это когда ты еще ждешь вот этих скримеров. Давайте пробежимся. Меня же не слышат, когда я бегаю. Тут еще один замок. Поздравляю, мы сейчас будем ходить с этой скотиной здесь. В одном месте. Блять, она сюда идет. Пошла нахуй, просто иди нахуй. Она услышала меня. Главное не поворачиваться, ждать, когда все нахер пройдет. Я буду здесь сидеть столько, сколько нужно. Мне не впадло. Особенно, когда ты. Вот если она меня сейчас возьмет за ногу обратно, я точно скончаюсь, ребята. У меня, кстати, так... А, нормально, мне просто кажется, что у меня запись, типа, этот... Так. Порядки. Угу. Ну, ребята, давайте, наверное, закончим здесь. Я прошел достаточно. Продолжим с вами в следующей серии. С вами был Кромвелл. Всем, ребятки, спасибо за внимание. Всем удачи и... Всем пока.